с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, особенно оружием, перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность – важнейший фактор. Поэтому я требую принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границ, особенно о чем мы с вами договаривались, возрождение или усиление, скажем так, маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направление, вероятно, движения противника, если там обострение ситуации.